Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем познавать боль и страдать в Heart of Darkness. И это, честно говоря, не просто пустые слова, мы тут действительно страдаем. И боль еще тут познаем, не хуже, чем Dark Souls, я думаю. Но я думаю, что это уже последняя серия будет, потому что по ощущениям это уже конец. Тихо. Так. Мне кажется, что камень целиком мы не соберем. Есть у меня такое подозрение, что мы просто провалимся туда же, куда и диски. Твою мать! Тайминги, 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 тайминги. Твою мать! Твою мать! Я уже даже этих... крокодилов убить не могу. Там. Тихо. Нам понизу стрелять. Самая выигрышная тактика, я полагаю. С двух сторон капец. Да хватит там летать. Как он вообще может летать? Ладно, у тебя крылья, этот руками машет просто. Так, главное не запылить. Это не так уж сложно, верно? Мы справимся. Главное делать это просто вовремя. И все будет хорошо. Хорошо, что сам Энди умеет делать сальто. Тихо! А! Ну отлично, теперь нас будет все время какой-то засранец сзади преследовать. Ну, ладно. Так, сюда чуть-чуть. Прыжок! Идеально. Сзади. А, блин. Просто как же тяжко так, господи, боже мой. Давай, 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 Энди, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Мы уже так далеко зашли, Энди. О, блин. Я уж надеялся, что он не будет швыряться. Так. Не будем рисковать, просто с расстояния это сделаем. Угу. Тихо. Давай, 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 да! Да, да, да! Эй, он у меня! Эй, Хупер Морген! Чуть-чуть!
чертов-то вы гоните? Мне это и в детстве казалось довольно жестоким. Получайте! Нет, нет, не надо, мы все погибнем. Hasta la vista, приятель, а? Уже готовы увидеть сердце тьмы. В чем дело, Энди? Боишься темноты? Да, твою мать, я боюсь темноты. Ага. Тихо. Тихо. Давай, Энди, давай. Темнота меня поглотила. Это всего лишь темнота, Энди. Ничего страшного! Это все только наше воображение. Это только воображение. Ё-моё. Отдайте моего пса, ублюдки! Это и есть сердце тьмы. А-та-та-та! На, получай. Виски. Виски, где ты? Виски! А! Виски. Виски. Ты провалился сюда, я знаю. Я тебя найду, дружище. О, что такое? Что здесь происходит? Вау, Виспи! С тобой все в порядке? Тебе нужно смотреть за ним, а не играть наверху самому. Уже поздно. Идемте, мальчики. Пора ужинать. Окей, Виспи. Идем. Виспи? Все, ребята, пора спать. Ну, мам. Зубы почистил, уши помыл? Да, мам. Оба уха? Спокойной ночи, крошка, сладких снов. Спокойной ночи, мам. Боишься темноты? Ладно, Виспи, спокойной ночи. Хороших тебе снов.
Что это? Ух ты! Амиго лицо. Так, ну что, я думаю, что на этом конец. Ну что я могу сказать? Вот такая вот игра. Очень крутая на свое время, я считаю. Да, это конец. Очень крутая. В свое время я играл в нее всего, по-моему, разок. И я бы играл бы в нее еще и еще. Но так как я дал свой диск товарищу, да, у меня был диск. Я дал его товарищу, он его попортил, и в итоге, когда я пытался в нее поиграть у себя дома, она взорвалась. В смысле, диск взорвался, этот просто в CD-ROM, я попортил мне CD-ROM. В общем... Ой-ой-ой. Ой, что это было? Ой-ой-ой. Так, ну понятно, да. Начались лаги. Короче говоря, да, вот такая вот игра. Очень сложная. Казалось, хотя я помнил совершенно другой. Ладно, я надеюсь, что вам понравилось. Все, тогда если вам действительно понравилось, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь. Ладно, все. Всем удачи, всем пока.